Привет всем, с вами ваша Silva Butterfly, серебряная бабочка. Разбираю стол и показываю, что где как. Это мне дали пробник, так, жидко. В общем, начала я хвалиться, на что мне дают много пробников, и мне стали давать очень мало. В следующий раз я не буду хвалиться. Биотерм Blue Therapy Accelerated. Классный крем, хватило ровно на один раз. Мне был еще больше бы дали, я бы тогда порадовалась. А так, ну, пойдет. Он так по себе очень дорогой. Ну, не очень дорогой, конечно, но я такой не покупаю. Сейчас у меня на столе и в Роше, куча и в Роше. И я подбираю, какой же я аромат буду использовать в этом месяце, как гель-душ. И у меня тут куча коллекционок от Yves Rocher. Например, Jardin de Monde. Вот этот вот. Это Macadamia Nuts from Guatemala. То есть орехи Macadamia из Гватемалы. Он уже не производится, а у меня есть. Потому что, когда я покупала, мне было своим чем пользоваться. И они складывались, складывались, складывались. И наконец-то пришел момент, что я подбираюсь к своим коллекционкам и фраше. Так пахнет, просто кайф. Обожаю. Еще вот это, опять же, из серии Jardin de Mont. Riz Violet du Laos. Purple Rice. Фиолетовый рис из Лаоса. Это просто кайф. Мне аж жалко их начинать. Представляете, настолько классно они сделаны. И такое больше не продают. Непонятно почему. Наверное, слишком дорого будет обходиться. Но если у вас есть, расскажите ваши эмоции. Далее идет Jardin du Mont. Это Almond from California. То есть это миндаль из Калифорнии. О, этот я тоже хочу начать. Прям не знаю. Они все настолько классные. И такие прекрасные, классные. Такая охота постоянно хвалиться, хвалиться. Вот еще у меня даже таких два или три было. Один использовала, один подарила. Ну вот этот третий, да. With Argan and Rose. То есть это органовое масло. Это вот орех, орган. Так плохо. Вот так классно пахнет. И роза. Ну, это что-то с чем-то. Это какой-то удовый парфюм напротив всех других. Кайф, да и только. У меня, кстати, вот из этой же серии, но только масло с этими лепестками все еще никак не закончится. То же самое. Так классно пахнет. Абсолютно одинаковые запахи. Но это масло для тела. А это так. Мыться. Аж жалко мыться. Далее идет Raspberry Peppermint. Это уже серия вот этих вот огородных садовых. Здесь у меня 400 мл тоже. Bath and Shower Gel. То есть это гель-душ, такая малинка, калинка, малинка, малинка моя. Обожаю малину во всех ее проявлениях. Вот давайте мне сколько хочешь малины, я ее всю съем. И есть у меня еще Pomegranate Pink Berries. То есть это гранат и розовые ягоды. Ой, ну это такой немножко с кисленьким. Ну, такое тоже пойдет, но это вдвое меньше. Такие, кстати, быстро уходят, и я такое больше предпочитаю, чтобы немного не надоедало. И покажу такую маленькую покупочку. Типа матрешка, но только китайская. Только шитая. То есть раз, два, три, и тут еще есть четыре. Обожаю. У меня уже две таких сумочки, и я постоянно что-нибудь туда складываю. Косметику в основном. Я пытаюсь сосредоточить свою косметику по косметике. Ну вот такое короткое видео было сегодня. Всем всего самого хорошего. Пока-пока. О, золотые шары. Надо же. Их столько много.